Добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана тоже с фото-видеотехникой. А в частности, в свое время я распаковал адаптер питания, чтобы избавиться от аккумулятора в камере Nikon Z30. Ввиду того, что емкость достаточно низкая, плюс стоимость достаточно высокая. Но и обойтись внешними источниками, такими как Powerbank с Power Delivery и Quick Charge. Ну и был куплен один вариант. Единственный недостаток его был, во-первых, длина кабеля была 2 метра, ну что вы видите сейчас справа. Плюс это все просто вот так вот наматывалось и висело на камере. Тем самым создавало некоторые неудобства. Во время распаковки я говорил, что лучше всего было бы спиралью весь этот кабель. Тем самым место бы он меньше занимал на клетке камеры, ну или на самой камере. Ну и тем самым было бы лучше и эффективнее. Ну и вот, я нашел данный вариант, когда спираль плюс подключение только в двух местах имеется непосредственно сам адаптер, который вставляется в аккумуляторный отсек и вставляется, соответственно, в разъем USB-C, пауэрбанка, либо адаптера питания, который тоже сейчас у вас слева присутствует, который тоже мы распаковывали и брали именно для этих целей. Поэтому все желающие могут посмотреть по подсказке в правом верхнем углу. Всегда это есть возможность. Итак, пришло это все у нас достаточно быстро. Ну, как быстро, 3 недели. Ну и, как поняли, доставляла у нас Почта России, потому что в результате пришло вот в таком неприглядном состоянии, что часто случается у нас с Почтой России. Но, благо, адаптер выжил и, как говорится, доехал до мест. Ну, а Почта России, как всегда, надо ставить кол и брать за некачественное предоставление услуги по доставке международных посылок. Так, кстати, там до 3500 по современным единицам можно это проделать. Возвращая часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Итак, давайте смотреть, что пришло. Вот такая упаковка. Здесь представлен тип адаптера. Дальше здесь он заменяет аккумулятор EN-EL25. Ну, по сути, пустышка. И соответствующее обозначение EP5G. Как это идет у компании Nikon. Внутри упаковки у нас находится вот такой адаптер. Плюс то, что это вот я установил сам, имеется в виду хомутик для закрепления кабеля, волгриновский. А здесь уже поставляется непосредственно с липучкой для того, чтобы это все дело закреплять. Ну и вот в таком виде он представлен. Вот тут где-то, если растягивать сильно, где-то будет около 1,20 м. Здесь 2 метра. Здесь у нас стандартный адаптер под аккумулятор идет для замены аккумулятора. А здесь у нас подключение USB-C. Причем, как я и хотел, чтобы было только два подключения. К пауэрбанку, либо адаптеру питания, и непосредственно к аккумулятору. Есть такие же варианты с двойным подключением, промежуточным. Но в связи с тем, что могут быть разъединения случайные, поэтому я его не брал. И давайте сейчас посмотрим, как это все дело подключается, устанавливается и располагается. Итак, приступаем. Я приобретал такой вот пауэрбанк с съемными аккумуляторами. Ну, единственный недостаток, все-таки крышечка должна как-то еще закрепляться. Ну и здесь вот идут два варианта подключения. Это USB-A розетка и USB-C. Здесь Power Delivery, здесь Quick Charge. Но не всегда она совершается. Так, давайте посмотрим. 100% у нас, 5,1 вольт. Ну и аккумуляторы тоже заряжены на 100%, 3,7-3,9 вольта. Вот такой вот у нас адаптер питания. Так, и давайте берем камеру. Вставляем отсек.
Powerbank. Давайте вот так вот установим, чтобы назад. Ну и плюс, кстати, вот этого крепления, оно защемляет крышку. Тем самым вам обеспечивает, что вы ее не потеряете. И в таком виде у нас подключается к пауэрбанку. Здесь мы можем закрепить последующим аккуратно. Так, ну и давайте посмотрим, функционирует, нет. И, как обычно, нам нужно зумировать и снять крышку объектива. То есть открыть объектив. И давайте выключим. Так, обратно закроем. Ну и давайте рассмотрим второй вариант, когда мы подключим, возможно ли подключить данный адаптер аккумулятора при помощи адаптера питания. И здесь взяли компанию Green. Подключаем к сети. И, как видим, у нас уже мигает. Если не заметили, перемотайте. И заново включаем. Все у нас функционирует. Так, опять открываем. И никаких проблем не испытываем. То есть отличный адаптер питания с креплением. Так, открываем и выключаем. Сразу же хочу сказать, что единственный момент, то есть я, скорее всего, вот этот кабель буду использовать при помощи пауэрбанка, так как он сюда наиболее подходит из-за своей компактности и размеров. И в связи с тем, что неудобно подключать к сети. Ввиду того, что здесь кабель у нас в виде спирали находится. Ну а зато этот вот адаптер без проблем подключится к адаптеру питания и можно использовать как в сетевом исполнении. Кстати, в предыдущих камерах у меня точно так же сделано. Есть сетевой блок питания, который используется от сети, как для камеры Nikon D5600 и Nikon D3100. Можете посмотреть на канале и увидеть. И также, в связи с тем, что китайская промышленность научилась делать вот данный вид адаптеров, которые питаются при помощи пауэрбанков, то сейчас никаких проблем с аккумуляторами, батарейками и тому подобное не существует. Сколько хотите времени, пишите фото, видео. Все достаточно компактно, как мы видим здесь. И неплохо сделано. Поэтому всем рекомендую, у кого есть проблемы с питанием камеры, если вам это нужно. Итак, я вам продемонстрировал адаптер питания для камеры Nikon Z30, который также можно использовать для камеры Z50 и ZFC, где используется аккумулятор EN-EL25. Ну и тем самым не ограничивать себя во времени и при фоторежиме, и при видеорежиме, используя внешние пауэрбанки, либо используя сетевой адаптер питания для подключения к сети. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил об адаптере питания, так называемой пустышке для камеры Nikon Z30, где используется аккумулятор EN-EL25. И данный элемент подходит также и для других камер, которые используют тот же самый аккумулятор. Это камера ZFC и камера Z50. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно? Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.